мы отправляемся от нашего отеля Fun and Sun River Resort и направляемся в сторону пляжа. Здесь мост такой. Река, правда, немножко мутная, но зато с ветерком хорошо вдоль берега. Вдалеке виднеется бунгало. Здесь вот уже новый какой-то отель строится. С такими симпатичными ротондовыми окошечками. Направляемся в сторону отеля Titanic Princess. Сеть отелей тоже такая крупная. В целом здесь довольно-таки зелено. Приятно. Каждый час отходит от причала такой небольшой катер и направляется в сторону моря. Мы буквально минут 20-25 движемся с ветерком. На той стороне какие-то дикие джунгли. Знаешь, как будто бы трагедия 16-го.